Автомобильный монитор Джансита 7 дюймов выделяется среди аналогов прежде всего размером экрана. Такие гаджеты позволяют просматривать в высоком качестве видео в форматах MTK, FLV. Потребляет незначительную мощность, подключается к бортовой сети 12 В. Его можно размещать для просмотра в различных местах салона. В частности, удобно установить 7-дюймовый монитор на торпеду. Четкое, контрастное, яркое, цветное изображение разрешением 800 на 480 пикселей хорошо различается при дневном освещении. Монитор используют для просмотра программ от тюнера ТВ, от проигрывателя DVD, от другого подобного источника видеосигнала. К нему удобно подключить камеры внешнего наблюдения. Автомонитором управляют с помощью кнопок или пульта дистанционного управления. Гаджет может функционировать в условиях низких и повышенных температур, минус 30 градусов, плюс 60 градусов, высокой влажности воздуха, 95%. Один из рациональных способов использования монитора 7 дюймов – его задействование в схеме с камерой заднего вида. Рабочее напряжение. 12V пульт дистанционного управления, автоматическое включение, выключение при включении камеры заднего вида, простота установки, возможность установки в любом удобном месте. Купить можно на AliExpress по ссылке в описании под видео.